В этой проге я покажу, как сделать окно, в котором можно рисовать. TKinter – это графический редактор, графический модуль, чтобы можно создавать было окна и все остальное. Нужно создать две функции, одну мышку, другое рисование. События, event. Привет. Global. Теперь Canvas. Ширину и длину нужно указать. И фон, цвет фона. Высота. Правильно. Четыреста восемьдесят поставим. Бэкграунд. Бэкграунд. Ставим белый. Canvas должен соединиться с чем-то. Event. Нет.
line. И здесь мы ставим pref. X. Это координаты рисования. Event. X event Y key width equals 5. Теперь нужно функцию поставить рисование. Тоже event. Global. То, что это вне функции будет вызываться. Create create to мы не будем ставить стринги string the point. Pref equals event. Теперь нужно bind. Соединить рисование и мышку. Canvas.bind. Pointer функция. Это когда при нажатии кнопки canvas bind соединяем.
соединяем с функцией drill. Закрываем. Проверим в idle редакторе. Откроем. Practice. Запустим. Ошибка здесь в точке. Сохраняем, перезапускаем. Есть. То здесь две функции. Первая — это mouse pointer, мышка сама, которая наводится. Дается здесь canvas, это окно. Полотно, в котором ширина и длина указаны, цвет белый, background. Вот я могу поставить, допустим, gray. И перезапустить. Вот какого цвета он будет. Могу поменять размер, поставить 800. Запустить. Изменился размер. После этого это рисование, функция. Задаем линия, какая должна быть, x, y, то есть вертикально, горизонтально, и размер — это 5, то есть толщина. Если я поставлю, допустим, 20, перезапущу, вот какого размера будет. Интересно. Так, и здесь соединяем саму мышку, функцию, с рисованием и выводим.